Нам больше не придется думать, насколько еще подпрыгнут коммунальные платежи за электричество и как это отразится на семейном бюджете. Сегодня правительство России объявило о контроле за тарифами естественных монополий на будущий год. Вот что заявил по этому поводу председатель правительства Дмитрий Медведев. Цитата. «Это позволит ограничить рост коммунальных платежей, что важно для граждан, и, надеюсь, даст и ощутимый антиинфляционный эффект». Конец цитаты. О необходимости замораживания платежей естественным монополиям начали говорить еще весной. На неконтролируемый рост тарифов жаловались даже представители крупного бизнеса страны. Глава «Русала» Олег Дерипаска одним из первых обратил внимание президента Владимира Путина на эту проблему, пишет журнал Forbes. Он предложил ограничить увеличение стоимости уровнем, не превышающим 75% от инфляции в предыдущем году. И в правительстве России наконец-то прислушались к этим обращениям. Политологи говорят, это примета времени. Достучаться до власти могут только те, кто говорил с ней на равных. Хорошо, что пока они делают такие попытки.